Китай с Россией и другими странами уже успешно работает по расчетам в национальных валютах. У нас достигнуты хорошие результаты, накоплен немалый опыт. Считаем нужным расширять географию применения этой практики. Переход к национальным валютам в обмене и расчетах в текущих и капитальных операциях укрепит способность наших стран в противодействии финансовым рискам и повысит конкурентоспособность региональной экономики.